Всем привет, с вами канал Супер Тюнинг, и сегодня мы будем делать тюнинг проект автомобиля Cherry Tiggo. Так, это кроссовер 2008 года, вот такой вот Cherry. Так, приличненький такой внедорожничек, и сегодня мы будем делать тюнинг проекта этого автомобиля. Итак, начнем. Я всегда начинаю делать с радиатора, потому что всегда радиаторную решетку, так как лицо нашего автомобиля, и изменяя нашу решетку, меняется весь автомобиль. Вот так мы немного изменили радиаторную решеточку. Теперь поставим кенгурятничек такой вот небольшой, я думаю, хватит его, да? Хотя можно попробовать и другой, если есть в наличии. Сейчас мы посмотрим. Вот такой вот кенгурятничек немного измененный. Так, теперь после этого всего мы приступаем к нашим бамперам. Вот они, наши бампера. Нет, давайте сначала, наверное, все-таки посмотрим фары. Вот, вот такие вот фары. Теперь задние фары мы затемним просто. И теперь уже вернемся к нашему бамперу. Итак, смотрим, что мы можем поменять. Вот такой вот более агрессивный бампер мы поставили. Так. Теперь надо же такой же и задний бампер поставить. Так, посмотрим, что мы можем придумать. Здесь вот под стиль заднему бамперу, вернее переднему, мы поставили задний. И теперь нам нужно поставить сюда пороги для этого автомобиля. Так, сейчас посмотрим, что у нас есть из порогов. Вот такие вот пороги поставим на наш автомобиль. Ну, в принципе, все. Так, все у нас отлично смотрится. Так. Давайте теперь посмотрим, что еще можно нам сделать. Ну, зеркала пускай остаются. Так, воздух капота. Да, в принципе, можно поставить было вот такой вот. Нет. Такой нет. Нет. Все-таки да, вот. Я даже не знаю, что лучше. Вот такой вот воздух капота, чтобы сделать более агрессивный вид. Можно опустить немного подвесочку. Да, вот так вот. И давайте поменяем диски. Диски для этого автомобиля поставим какие-нибудь такие необыкновенные диски. Так. Давайте смотреть, что мы можем. Вот такие вот диски применить можем на этот автомобиль. Я думаю, не сильно будет смотреться. Вот такие тоже нет. Нет, нам надо что-то. И вообще я хочу попробовать. Вот, давайте попробуем сделать его немного необычным. Так. Давайте попробуем его покрасить матовым цветом. Так, выберем какой-либо необычный какой-нибудь такой цвет. Ну нет, вот матово-коричневый. Нет, вот такой матово тоже как-то не очень смотрится. Каким же цветом мы можем сделать? Черный, матовый такой черный. А сами диски взять глянцевым и попробовать их сделать белыми, если такое возможно. Давайте попробуем. Нет, как сейчас мы поищем. Так, где же нам взять беленький цвет? Интересно. Так, в принципе, любые цвета для наших дисков так очень даже подходят. Вот практически белый цвет, да? Но это нет. Так, все-таки я больше, наверное, склоняюсь
к синему, чем к белому. Посмотрите, как выглядит наши диски в таком вот синем цвете. Так, вот такой почти как бы карбоновый, наверное, автомобильчик Тига. Так, напомню, это Cherry Tiggo, кроссовер 2008 года. И, в принципе, наверное, все, немного затонируем все и подберем под этот автомобиль фон. Вот такой вот фон будет для нашего автомобиля. Все, хочу напомнить, что это был тюнинг проект автомобиля Cherry Tiggo кроссовер 2008. И на этом я буду заканчивать свой тюнинг проект. Хочу всем напомнить, что с вами был канал Супер Тюнинг. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока, до новых встреч!